Всем привет, дорогие телезрители! С вами вновь молодежная телепередача «Поколение Z». Сегодня с вами Алена и Максим. Алена, а знаешь, сколько длится режим самоизоляции? Уже больше месяца. На самом деле этот карантин оказался не так уж и страшен, как мы думали о нем вначале. Да, согласен. Главное не грустить и оптимистично строить себя на каждый день. Это точно. Например, наш корреспондент Дамир Фархудинов совсем не расстраивается. В своем сюжете он с ноткой юмора рассказал о том, как проводит режим самоизоляции. Всем привет, это рубрика «Сидим дома», и всех уже, наверное, достал это слово. Самоизоляция. В этом видео я хотел рассказать про свою самоизоляцию и про стадии деградирования на карантине. Погнали! Как же это здорово, теперь я смогу читать книги, заниматься спортом, делать зарядку, заниматься саморазвитием. Блин, это круто. Оу, да. Ничего интересного. Сегодня наконец-то иду гулять. А угадайте, куда? Конечно же, на балкон. Куда же еще? Привет, Майкл. Привет, Джон. Привет, Синди. Привет, Люси. И тебе привет, Габриэл. Ну почему ты молчишь? Может, тебя выгулить? Ну чё ты молчишь, а? Какой-то странный пес. Это девочка? Интересно, откуда берутся люди с опытом работы, если без опыта работы на работу не берут? А на этом все, дорогие друзья. Не забываем подписываться на нашу группу ВКонтакте. Надеюсь, вам понравилось и оставайтесь дома. Всем пока. Алена, как у тебя проходит дистанционное обучение? Хорошо, у меня появилось много свободного времени, и я стала больше читать книг. А мне кажется, чтение иногда очень утомляет. Нам в школе задают прочесть большое литературное произведение, что часто после получаса чтения становится очень скучно. Это совсем не проблема. О том, как превратить чтение в интересное и полезное занятие, в своем сюжете нам рассказала Диана Радына. Всем привет! У всех у нас период самоизоляции. Это повод, чтобы начать читать. Поэтому сегодня я расскажу вам, как читать правильно и с интересом. Если вы хотите развить интерес к чтению, то начинайте с книг, которые вам по душе. Это могут быть философские, психологические или романтические книги. Я люблю читать исторические книги, поэтому чаще всего читаю их. А иногда я читаю свои сестренки. Перед тем, как начать читать, нужно сделать легкую разминку. Скажите четко и ясно гласные А, А, О, О, У, У, И, 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 Э. Это делается для того, чтобы настроиться на работу и осознать диапазон собственного голоса. Дальше вам следует найти уютное место для чтения, но с хорошим освещением. Не нужно вредить глазам. Мы же читаем для пользы, а не для вреда. Читайте как можно больше книг. Благодаря книгам вы станете умнее и образованнее. Ваша разговорная и письменная речь
станет гораздо лучше, и вы начнете произносить четко и ясно слова. Я советую вам, чтобы вы много читали и развивались, тогда жизнь ваша станет гораздо лучше. Сюжет вела Радына Диана для поколения Z. Всем пока! Максим, совсем скоро наступит пора сдачи государственных экзаменов. Признаться честно, я даже немного боюсь, ведь это такой ответственный шаг в жизни любого ученика. Алена, не переживай, сдать экзамен хорошо и не трудно. Секретами успешной подготовки поделилась Муртазина Гузель, тубальница ЕГЭ по русскому языку. А узнала у нее об этом наш корреспондент Казаченко Алина в рубрике «Z-гость». Добрый день! Сегодня у нас в гостях Муртазина Гузель, которая в прошлом году единственная в своем городе сдала экзамен по русскому языку на 100 баллов. Предлагаю перейти нам сразу прямо к сути. Гузель, поделись, пожалуйста, своими эмоциями. Каково это было узнать, что ты получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку? Честно сказать, я была шокирована, я не ожидала такого результата. Обновляла страницу много раз. Это был просто шок. А первым человеком, с кем я поделилась, была мама. Но я позвонила ей, но так оказалось, что она уже... Ну, мы узнали результат, получается, в одно время. Она тоже зашла на сайт, сейчас обновляла его и увидела также мои баллы. А вот какой уровень знания русского языка в баллах у тебя был до подготовки? Не сказать, что я прям плохо знала русский до подготовки. Думаю, я знала его баллов на 65. Я 11-классница, и меня, как и многих моих друзей, очень сильно интересует вопрос. Мы не знаем, как взять себя в руки и начать подготовку, как правильно распределять свое время. Не сказать, что есть какие-то прям лайфхаки. Думаю, здесь все как обычно. Просто нужно размеренно готовиться, все изучать, вот. И не откладывать все, естественно, на последний момент. Я шла в школу, в 8 утра начинались уроки. На уроках мы готовились к ЕГЭ, по русскому особенно. Мы очень много готовились в школе. А потом приходила я домой где-то в 3 часа. Быстренько кушала, как обычно. И в 4 часа у меня был вебинар, потому что я готовилась по истории в онлайн-школе. И потом сразу делала домашку после этого вебинара, потому что я любила вот не откладывать все на потом и делала домашку сразу. Делаю упор одинаковый на теорию, на практику, потому что я думаю, что оба эти элемента важны, потому что без теории практиковаться невозможно. И смотри, сейчас я задам тебе самый главный вопрос всех 11-классников. Возможно ли списать на экзамене? Прямо в аудитории я думаю, что списать нельзя. Это невозможно. Просто это огромный риск, потому что никто не хочет быть как бы... обнулять свои задания выполненные и вообще идти там на пересдачу. Не знаю вообще, когда она будет. Все это очень рисково. Вообще не советую так делать никому. А вот пробники, которые мы пишем каждый месяц в школе, когда ты их писала, они у тебя были на низкие баллы или ты всегда держалась на высоте? Они были на низкие баллы, да. Вот, допустим, по русскому, там уже в сентябре я в октябре я писала на 84 балла, а в феврале, когда уже ЕГЭ вот-вот, там, через 2 месяца, у меня было 74 балла или 72. Помогли ли тебе 100 баллов при поступлении? Как отдельные баллы, как отдельный результат, они ничего не значат. Но они очень сильно вывозят сумму всех баллов в целом. Возможно ли написать ЕГЭ без особой подготовки на высокий балл? Нет, я думаю, что невозможно, потому что это все очень... огромный труд, большая информация. Вот бывает, люди думают, что должно повезти на ЕГЭ. Но чтобы... Ну, даже если тебе повезет, если у тебя в голове не будет какой-то информации, то ничего не получится. Есть ли у тебя какие-нибудь советы или секреты касаемо написания идеального сочинения? Просто много писать, много читать этих текстов, пытаться хотя бы не писать сочинение много раз, а прочитывать эти тексты ЕГЭшные и определять проблемы. И думать, какие аргументы туда можно привести. Просто как-то размышлять над этим текстом. Какое напутственное слово или совет ты хочешь дать нынешним выпускникам? Самый главный совет — это уделять много времени нужным предметам, не забрасывать подготовку на какой-то срок и готовиться ко всем предметам равномерно. То есть не 2 дня русский, потом 2 дня математика, вот так. Нужно каждый день какому-то предмету уделять какое-то время. На этом все, Гузель. Большое спасибо за то, что согласилась принять участие и поделилась своим опытом. С вами была Кадатенко Алина.
гость Муртазина Гузель для телепередачи «Поколение Z». Я знаю много людей, которые боятся публичных выступлений из-за плохой дикции, и я всегда задавалась вопросом, а как же им помочь? Комплекс нехитрых упражнений на артикуляционный аппарат отлично подойдет. Нужно всего лишь время и старание. О простых упражнениях на улучшение вашей дикции в своем сюжете расскажет Диана Павловская. Рубрика Z-Lifehack. Смотрим. Всем привет! В сегодняшнем сюжете я расскажу о дикции. А точнее, покажу полезные и эффективные упражнения для развития нашего артикуляционного аппарата. Дикция – вежливость актера, произнес однажды знаменитый французский актер Коклин-старший. Это выражение можно отнести к любому человеку, для которого важен процесс общения без переспросов и недопониманий. Внятная, разборчивая речь – это проявление уважения и вежливости говорящего к слушателю. В различных книгах по артикуляционной разминке есть множество различных упражнений для развития нашего артикуляционного аппарата. Но в сегодняшнем выпуске я покажу три упражнения на наши губы. Первое, самое важное, чему нам нужно научиться, это расслаблять губы, делать активный губной сброс. Итак, как это делается? Попробуйте сейчас сделать то же самое. Сейчас наше второе упражнение, очень действенное, называется трубочка. Мы складываем губы в трубочку, как поцелуй, и начинаем водить круговыми движениями. Наше третье упражнение называется уголки. Мы снова сводим наши губы в трубочку, но не такую сильную, как во втором упражнении, и вводим ее то вправо, то влево. Что ж, мой сюжет подошел к концу. Я надеюсь, данные упражнения вам очень помогут, и вы будете делать их регулярно. Данный сюжет вела Павловская Диана для телепередачи «Поколение Z». Всем пока-пока! На этом второй выпуск нашей телепередачи подошел к концу. Если ты школьник, ты харизматичный, у тебя есть желание быть на телеэкранах Нижнекамска, то смело пиши на номер WhatsApp. Также мы благодарим наших партнеров, телекомпанию НТР и Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. А в следующем выпуске вы узнаете. Домашняя фотостудия. Меняем наш образ. Как сделать фотографии не хуже, чем профессионал, не выходя из дома. Готовим вместе. Сейчас я позову в студию независимого эксперта, чтобы проверить их на вкус. Как удивиться из домашних несложными и вкусными блюдами. И еще много интересного в следующем выпуске телепередачи «Поколение Z». До встречи на следующей неделе. Пока!